Чувашский государственный ансамбль песни и танца подготовил для жителей республики концертную программу «Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай». Это один из самых интересных жанров – перевод исторических событий на язык музыки и танца. Передать события тех дней посредством танца и песни – задача непростая. Тяжелая физическая работа, холод, отсутствие теплой одежды и еды – здесь понадобилось все жанровое многообразие, а также анимации и визуальные эффекты. В основу постановки легли реальные исторические факты, письма, документы и воспоминания участников тех событий. Для музыкального оформления были отобраны 10 частушек того времени. Когда выбирали музыку, конечно, прежде всего старались, чтобы эта музыка своим, и не только происходила, но и своим характером, своим напоминала публике именно то время, 30-е годы, конец 30-х годов, времена Великой Отечественной войны, частушки на чувашском и на русском языке. Они, конечно, хлесткие, очень задиристые, очень, может быть, немного даже не литературные, но мы решили их использовать, чтобы дать характеристику и характер времени. Сам сюжет строится на воспоминаниях трех героинь, когда в невероятно холодную зиму 1941-42 годов им пришлось, несмотря на суровые условия, копать оборонительные рубежи. У нас получилась не концертная программа, а театрализованное представление, которое идет непрерывно, порядка 45 минут. Программа очень разнообразна и по музыкальному материалу, и по поэтическому. Это все нужно для того, чтобы максимально уплотнить действие, наполнить его мыслью и аллегорией на те мысли, чтобы она на выходе дала слезу. Театрализованное представление подготовлено на средства гранта главы Чувашской республики. Премьера состоится 6 мая в ДК тракторостроителей. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.